Всех приветствую, друзья, с вами Вула, на ваших экранах Ассета Корса, и как вы поняли из названия видео, это у нас будет очередная уже пятая по счету битва за пиво. После последнего четвертого этапа мне что-то очень понравилось катать на Дайтоне, поэтому в этот раз будет тоже Дайтона, но уже будет другой конфиг, не просто овал, а с поворотами Дайтона NASCAR. Но на этот раз уже у нас будет не 3 автомобиля на выбор, а целых 10, и автомобили будут в классе GT4. Этап у нас будет состоять из 15-минутной квалификации, а также двух 30-минутных гонок. Во второй гонке у нас будет, соответственно, полный реверс сетки и, соответственно, двойные очки. Но в качестве приза победителя будет ждать не 200 рублей, а целых 500! А для того, чтобы зарегистрироваться на гонку, вам достаточно зайти по ссылке в описании, залогиниться на сайте через Steam, обязательно через Steam, потому что он подтянет ваш Steam ID. Но дальше скачать только машины, карту и Real Penalty. Я думаю, не нужно говорить, для чего у нас нужен Real Penalty. Если кто-то до сих пор не понимает, то объясню. Real Penalty нам нужен для того, чтобы контролировать срезки, соответственно, выдавать вам за это штрафы, а также контролировать скорость на питах и выдавать вам за нее также штрафы. Если у вас не будет установлено Real Penalty, то вас через 60 секунд кикнет с сервера. Имейте это в виду, потому что в прошлый раз были такие случаи. Ну а на этом все, друзья. Более подробную информацию читайте на странице анонса ивента. Ну а я жду вас на гонке и желаю удачи. Всем пока, ребят, и играйте только в хорошие игры.